мама это родная твоя. Это она создала тебя, она создала твою семью. Она как бы тебя родила. Это моя мама, которая меня очень любит. Мама это которая нас родила и которая нас любит. Это тот, кто выращивал тебя до самых первых дней жизни. Это кто нам жизнь подарила? Мама – это тот, кто любит нас, тот, кто заботится о нас. Мама помогает, мама – честь судьбы. Она красивая и девчонка. Если бы мамы не было, дети бы не рождались. Мамочка любимая. Мама любит всех вокруг. Мама никогда не забудет о детях. Она даже когда будет на работе, она все равно будет о нас помнить. Работать. Она должна уметь готовить и убирать. Мама должна заботиться о своем сыночке. Мама должна нас любить и за нами убивать, и готовить нам обед и ужин, чтобы мы ели. Выращивать и помогать найти общий язык с миром. Убирать, готовить, подметать пол. Сбрызгать постель, водить детей в сад. Мама должна уметь любить детей своих. Мальчиков и девочек. Покупать подарки. Ну, должна с папой танцевать, учиться. Ухаживать за детьми. Работать. Ухаживать за детьми. Ну, готовить. Стирать, убирать. Готовить обед. Готовить ужин. Читать книжки. Почивать полы. Моет посуду. Убраться, пропылесосить, дать ей цветы. Надо, например, помыть посуду. Надо приготовить сюрприз, лепить. Надо создавать ее, создавать радость, создавать, чтобы она улыбалась, когда она все для тебя будет делать. Песенку сочинить. Когда у бабули ты... Надо маме прислать смайлики. Ну, можно купить какие-нибудь туфли или платья. Вести себя хорошо. Цветами. Еще собрать букет из цветов. Ну, подарок какой-то приготовить своими руками. Когда мусорят, испачкают одежду или не слушаются. Ну, когда что-то там разбилось, самое, например, ее любимое, из-за того, что ей скучно. Когда я делаю не такое. Когда кто-то себя плохо ведет. Когда папа ей ничего не хочет покупать. Если ее сильно раздражать. А когда мы балуемся. Моя мама никогда не расстраивается. Тоже девочка, но она уже старая девочка. Она балует нас и она печет пироги. Она о нас тоже, как и мама, заботится. Она такая же, как мама, только немножко другая. Она отличается, потому что она носит очки. Мама бабушки на кухне. Доченька, да? У бабушек некоторые старые, а мамы некоторые молодые. Бабушка на нее начинает немножко стареть от мамочки. Бабушка ничем не отличается. Она тоже так же кушать готовит, ухаживает за нами. Бабушка, она родила маму. Мамы нужны, чтобы детям было хорошо с мамами. Дети не могут без мамы. Кто ж будет готовить, кто будет убирать, кто их будет забирать из садика?
чтоб я не потерялся, чтоб мне было скучно. Никак мы без мам не могут. Чтоб дети не оставались голодные без еды. Потому что дети еще ничего не умеют. Забыла. Она нам готовит кушать, а мы же не можем еще. Мы можем обожаться. Если не будет мамы, то и детей не будет. Моя мама самая лучшая. Она во всем мне помогает. А папа занимается другими делами. А мама я овочка моя. Добрая и очень вкусно готовит. Любимая, добрая, хорошая. Мамочка, я тебя люблю. Ну, красивая, хорошая. Ну, красивая. Мама, спасибо тебе за все. Мамочка, я тебя люблю. Самая-самая любимая. Мама, я тебя обожаю. Мамочка, я тебя люблю. Мама, поздравляю с днем матери. Мамочка, с праздником.